сейчас я покажу вам первых узбекских туристов, побывавших на острове Шри-Ланка. Журналисты тех времен любили также писать проблемные очерки с нотками юмора и сарказма. Вы бывали в Самарканде зимой? Нет? Давайте вместе с нашим оператором поедем по городу. Ну, хотя бы на этом автобусе. Нет, кажется, это нелегко будет осуществить. Какими были люди 20 века? Им не нужны были психологи, чтобы повысить собственную мотивацию. Обо всем подробно смотрите на телеканале Дунья Абойлап в программе «Архивариус».